До главного зимнего праздника осталось совсем немного. Наш корреспондент Анна Троян уже рассказала нашим зрителям, в чем встретить год металлической белой крысы. А теперь подобрала лучшее решение идеального подарка под елку. Каждый миг неповторим. И лучшее, что можно сделать – его запечатлеть. Именно так хранит воспоминания Анна Путятина. После знакомства с фотостудией «Антураж» девушка не смогла остановиться. Теперь все знаковые события ее семьи проходят через объектив этих фотохудожников. Можно сказать, уже стала наша семейная традиция ходить в эту фотостудию. Мы были здесь на семейной фотосессии, приглашали ребят на день рождения нашего старшего сына. Снимали, когда я была беременна, вторым ребенком. Здесь всегда замечательная атмосфера, несмотря на погоду за окном или настроение. Можно прийти, фотографы все очень профессиональные, мне очень располагают к себе. Располагает красивым кадром и студийное пространство с трендовым оформлением. 10 локаций. От классики жанра черно-белого до неординарных декораций. А еще студия «Антураж» словно природа. Меняет наряды по сезону. Для самых излюбленных новогодних фотосессий здесь развернуто две уютные фотозоны. Негде сделать фото с красивой пушистой елью. Теперь вы знаете, где ее искать. У нас два фотографа. Это Елена, я и Андрей. Жанры совершенно разные. Могут быть как от детских, семейных, свадебных, фэшн, новорожденные, ньюберт снимаем. У нас очень часто бывают детки 4-5-дневные. В этих стенах умеют искать выигрышный ракурс. Стильные портфолио, съемка предметов, портреты, корпоративные фото, семейные фотосессии. Но и этим антуражный спектр услуг не ограничивается. Под вспышки камеры в декорациях студии можно отметить, к примеру, девичник. Любите натурные снимки? Мастера своего дела не только сделают фото, но и сами подскажут локации. Лето – это свадебная тема. Наша одна из самых любимых. Фотопрогулка всей семьей на свежем воздухе. У нас фотограф уже более чем с 10-летним стажем. Фотографы действительно с наградами. Недавно была премия ВОВ журнала, где именно фотографы завоевали первое место. Первоклассно выполняют свою работу и визажисты студии. Бьюти-мастера позволяют сиять в кадре, словно знаменитостям. Подготовят образ с ног до головы и не оставят клиентов без наряда. И да, если соберетесь сделать себе такой новогодний подарок, ловите лайфхак от профессионалов. Улыбка – лучшее украшение любой фотографии. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.